Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами о пульсации. Пульсация, как говорится, проявляется во всем. В наших инструментах, нордиках, она проявляется таким образом. Пульсация у нас музыкальная. Также, когда есть пульс, есть жизнь. Если есть пульсация в музыке, значит, есть музыка. Она начинается с шумовых эффектов. Можно плавно переходить в пульс. Была пульсация плюс ритмическая составляющая. Один из немаловажных аспектов пульсации – это разнообразие ее тембров. То есть пульсация – это заполняющая структура, которая может воспроизводиться на различных музыкальных и шумовых инструментах. В данном случае нордики. Хочу вам показать час. Такой латиноамериканский, перуанский, можно сказать, инструмент, сделанный из орешков. Часто используется в шаманской культуре перуанцев, создающий такое заполнение. Помимо просто шума, можно создавать им пульсацию и ритм. Можно создавать ритм. В сочетании с нордиком получается очень необычно.